завтра. Не звони. Мы уже завтракаем. Мы сегодня завтракали с синнабонами. Правильно, мамы все вот знают, что детям надо. У нас сегодня было тут три вида. С лепестками миндальными, вот такой с карамелью, типа со сгущенкой, и с классической. Прикольная. Ну, не супер свежий, поэтому впечатление такое. Когда я покупала, вот ела, сразу вкуснее были. Так что всем приятно, кто кушает. Прилетел. Кушает хлебушек. О, такая лапочка. А вон там Умка. Такая взрослая стала уже. Что-то ест там. Сейчас профитаем. У меня есть клубничный сироп. Открытие даже. Мне как понравилось, вдруг сироп испортит. Нет, он наоборот будет такой. Он будет не такой. Мягкий, не будет, да? Сильно ощущаться этот клубник. Он будет мягкий, не такой сироп, сочный. Женя, тебе тот контент создаю. На мой телефон? Угу. Что там память не чистит? Тебе я много не варил. Ну ладно. О, третий прилетел, другой улетел. Так. Ты видео снимаешь? Да. Все остальное есть? Что-то дальше? Яйца, мясо. Ну, что там? Яйца. А крем ты из чего делала? Сгущенка с маслом. Есть? Да. А чем украсить? Да, вот чем его орехом на теле. Чем его можно украсить? Во-первых, какой мы его сделаем? Можно шоколад. Можно шоколадный стружок. Прям можно рассказать, как это? Что за вакханалия? Катать. А? Он будет катиться. 30 лет завтра будет, а мозгов все так же. Мы вышли на улицу, я вернее. Да, Настя, кстати, тепло, да? Да. Мы вышли на улицу, а вернее идем в магазин. Нужно будет кое-что докупить на салатик и на торт там, украшения всякие. Что это такое в кармане жестко? Телефон. Все идем так солнечно, прикольно. Короче, мы сейчас пришли к моей бабушке, она живет теперь в другом месте, у нее новый бойфренд, и поэтому, короче, мы пришли в гости. О, сердечко. Мы пришли к ней заглянуть в гости, поздороваться, потому что идем мимо как раз в магазин. Нет, она сказала, далеко, что ли? Вот, да. Здесь посмотрим. Идем. Покажи собачку. Что-то не там еще? А там это... Что, еще собака есть? Ой, сколько собак! Она давайте. Привет! Прикольно. Ну мы ненадолго, баб. Санки. Ой, там еще и кошки. Вот, короче, вышли тут, купили все, что нужно, дома покажем. Танюша тут купила орехи, всех угощают. Мы с Настей уже все разделили Ritten Sport, схомячили. Вот. Сыр, маленький. Да. Покажи. Ну такие. Короче, идем домой. Пойдемте домой. Короче, мы пришли с магазина. Сейчас быстро вам покажу. У меня просто голова раскалывается. Короче, появилась опять от Сдобной Особы. Очень вкусная фирма. Новый Tropic Shake. Это очень пирог. Манго-малина. Он больно кусается, Настя. Он не укусит. Не укусит. Знаешь, как он а что это такое? Потом дернешь так, что ты клетку... Ну да, это типа пирога. Прикольный, да? Красивая упаковка. Так, мы купили два таких. Они вообще что-то стоили Сколько? 119. Не, по-моему... Да? Да. Классно, да? Ну, я не видела, когда я ходила, смотрела. Вот только появились, наверное, новинки. Так, идем дальше. Что мы? Будешь подавать? Сухарики. Нам нужны они для салата. Вот, две пачки. Яйца. Да? Для глаз. Яйца, Орео для украшения торта, гранат для украшения торта, ананасы нужны для салата, украшение желудка. Не, были кольцами дешевле, но их не было. Они на 20 рублей дешевле. Это тоже для украшения торта круглые конфетки, куриное филе. Украшение салата.
На украшение салата. О, мы камильфо взяли? Камильфо мы взяли. Тоже не очень красиво. Я забыла. Вот. Дальше для украшения то, что вот такие вот продолговатые взяли. Мы их уже попробовали, мама, они очень вкусные. Конфетки. Это тоже мы уже попробовали. Чек. О, слушай, какой-то купон опять дают. Персональная слышка на порошок. На наклейки я тебе взяла. Вот. Настя живая там? Мам, Настя сказала, чтобы мы брали две упаковки тарталеток. Что тебе сделали? Паспорт? Угу. А. Нелегальный житель. Тарталетки купили у нас паспорт будут. Было, да? Еще на торт. Это Таня захотела. Кокосы, печеньки какие-то. Это на украшение торта сердечки, видишь? А красивые. Это в Пятёрке покупочки. Прям как сердечки такие. Мы уже тоже попробуем. Да не. Тоже для украшения квадратики. Уже тоже попробовали. Для украшения торта взяли Ritten Sport. Это тоже палочки. Я говорю, эти отражения любят. Видишь, на них теперь... Все. Любимое занятие. Любит так. Это любимые конфеты Игоря. И теперь они, видишь, какой формат стали делать? Трубочками такими. Вкусные. Ну, такие же просто. Формат другой. Это тоже на украшение торта. Что там, все? Угу. Все, да? Видно, да, что мы съели? Попробовали. Всем, что ты там прикалываешь. Ну вот, такие закупки. Видите, что Сема делает? Все, все. От ручку от пакета вылез. Мы обедаем, но мы уже покушали с Настей, с Таней. Таня щи ела. Вот Игорь ест. Мои, кстати. Девчонки едят сейчас этот. Ты успела. Это пирог вот этот пробуем, который купили. Очень вкусный. Такое мягкое тесто. Ну, вообще, конечно, вот эта фирма. Как она? Особая сдоба? Сдобная особа. Очень вкусная. Прям похвально. Я даже на их инстаграм подписалась. Прям очень такой вот он. Смотрите. Прям мягкий. Еще вкус тут манго. С чем? Манго с чем-то. С малиной. Mm-hmm. Очень вкусно. Скажи, всем приятного. Что это настоящая малина. Ну, понятно. Вот, всем приятного, мы пьем чаечку. Наша атмосфера. Настя трёт сырочек. Таня очень мелко так красиво режет крабы палочки. Я занималась яйцами. Это у нас будут тарталетки и салатики. Вот, а мама делает этот бисквит на торт. Вот, такой вот. И еще где-то. Прикольно. У нас аж окна запотели. Котик у нас попрошайничает. Иду лапы. Настя, не давай сразу. Пусть подольше попросит. Вообще не давай, Настя. Как это не давай? Он сейчас будет просить, но ты все равно не давай. Докасается прям? Достает до Настиной руки. А, достает. Пусть еще раз, и тогда дадим. Не дадим. Остались. Все. Давай маленький кусочек ему. Прям крошечку, прям малюсенький. Ой, уронил. На пол. Прыгни и возьми. Че, больше не давай? Положите. То рыбу красную, то курицу. Все. Знает, когда надо с женщинами. Со слабым полом. Устала лапу. Уже другой. Все, ты бессовестный. Такой нахал, кошмар. Ты не знаешь. Хочу жена ваша, когда я заикнулась, что вам все расскажу, обозвала меня воровкой, полиции угрожала. Кто? У тебя от папки не такой. Ну, короче, это все мы купили на торт. Вот сейчас думаем, как мы это все будем делать, украшать.
Тортом занимается мама, там коржи. У нас вообще будет огромный торт. Мы не ожидали, что он такой будет большой. Огромный. Вот, еще есть очень красивые свечки, прикольная надпись. Ну, потому что, короче, надо думать, как это все будет выглядеть. Таня, смотри на дорогу. Ну так, давайте это во влог нормальные моменты будем замечать. Нет, мы наоборот будем самый плохой момент во влог. У меня физическое повреждение уже. Конечно. Я уже горю. А что это за гонка? Брекфест. А это нет, ГТАшки. А в ГТАшке нет. Тихо-тихо, стоп! Это то, что Женя снимает. Снимаешь? Да. Я с одной рукой могу водить. Сняла? Да. Тихо, это не надо снимать. Как это не надо? Ну, врежься, Тань. О, нет. Смотри. Ой, не надо, не надо. Увидит твой водитель по вождению. Вот крайне недоволен. Скажет, на экзамен тебе рановато. Я приду на вождение, буду также водить по городу. Ошибись. О, я дерево не сбила. Ага, я заканчиваю снимать. Мы занимаемся тортом. Получается, сами коржи очень большие и пышные, и приходится кое-где обрезать, потому что неровно. Вот вот такой изначально вообще получается большой. Но мы чуть и подрезаем. Все равно большой торт будет дома. Классный, офигенно. Так хочется его уже украшать, если честно. Но еще рано, и, скорее всего, вообще будем завтра. Ревность. Смотрите, какой классный. Это как киндер-пинги. И большой размер. Офигеть. Смотрите. Блин, не фокусируется. Да, он чуть-чуть у нас кривоват. Ну ничего. Потом, мам, спустя 10 лет, короче, у тебя так много заказов, свой цех. Ты, короче, самый популярный кондитер России. Ну да, через 10 лет ты хочешь как минимум лежать, да? Отдыхать. Точно не печь. Жить. Блин, мне нравится. Очень классно. Там у тебя столько бисквита, я маме говорю, можно сделать трайфлы в бокале. Кстати, я сделаю, если что. Можно даже сегодня. Я сделаю. Я, короче, это работаю тут со стоматологом. Выбираю значочки всякие прикольные. Настя тут делает уже, так скажем, последние штрихи по торту. Вот он у нас уже готов, такой шоколаденький. Это крем, и потом мы будем уже всем украшать. Мы хотим украсить вот так вот по контуру, а здесь будут свечки. Свечки очень красивые, большие, просто улетные. Сейчас пойду вам покажу. Раскрою маленькую тайну. А то вдруг завтра будет некогда. Я поработала уже, успела. Отправила сайт клиенту и уже убрала. Смотрите, это очень большие цифры. Вот если... Вот, как говорится, стандартные, знаете, какие идут? Блин, ну сейчас я вам покажу стандартные цифры, она обычно вот такая, наверное. Ну вот такая, пополам, короче, почти. Это очень большие цифры, они с руку с мою вот такие. Вот, очень красивые. И еще есть, папа купил вот такие тапперы. Такие с днем рождения. Короче, будем завтра уже это делать, ставить. А сейчас пока будем торт пропитывать и украшать сверху. Вот. А еще я сейчас пытаюсь установить штатив, чтобы вам заснять процесс. Вот. Я здесь топаю. Вот. А там получается, Танюша слушает музыку. Она не с Игорем там. Вот, они тут, а мы там. Настя, мама, кухня тут. Короче, мама котлеты жарит там. Опять ее фирменные, самые вкусные. Вот, а мы тут с Настей сейчас займемся тортиком.
Смотрите, что у нас получилось. По-моему, это очень красиво. Мы игры не показываем. Классно. Вот это будет лицевая сторона. Здесь будут стоять большие свечи. Большие свечи, топер. И вот это красное сердечко. Да, мы его сейчас будем замораживать. Красиво. Еще даже вкусняшки остались. Сидим тут, все заняты. Мы тут с Сёмкой разговариваем, сидим. Общаемся, про Димку спрашивает. Я ему рассказываю. Все. Что еще? Будем общаться, нет? Короче, мы еще сделали из остатка бисквита типа такие десерты в стаканах. Вот, на завтрак. Они уже там на веранде. Мы устали уже. Маме еще рыбу жарить, да, мам? Да? Да, маме еще рыбу жарить. У нас уже 12 час. Сейчас его вытерли, убрали наконец-таки. Я сейчас, наверное, буду монтировать, а то завтра будет точно некогда. У меня завтра некогда будет рыбу жарить. Не, лучше сегодня, мама. Мы уже, короче, поздравили Игоря. Мама и Таня купаются. Мы Игоря поздравляем. Она такой говорит: а где Таня? Вот так что я тут без щелки сижу, и Насте нравится. Мы, короче, спать очень устали. Мы сегодня так наготовились. Девочки уже тоже лежат, мама купается. Готовимся ко сну, блин, я очень устала, честно. Так что всем спокойной ночи, у нас час дня. Ой, час ночи. Так что всем спокойной ночи, всем пока. Поздравляйте Игоря в влоге под этим. Он почитает, да? Ты почитаешь поздравления, если тебе напишут? Ему будет очень приятно.